просто убийство вратаря. В лукошко залетело, да? Почти, даже это нормально, что удар левым сильнее, чем правый. Так, кстати, Сим реально лучше бьет. Ты что, ты нам не договариваешь? Я, между прочим, замкал, забил два гола левой ногой. Ты какого хуя с правой ни одного не забил, ты мне скажешь? Не, ну реально, какая подача, такой гол. Ну идеальная, просто вырезанная. Давай, Поль Погба, в угол вратаря. Сейчас будет падающий накл. Вот так вот. Гений, гений. Не знаю, с какой попытки, но я это сделал. Я смог забить. Никто не ошибается, но рано или поздно. Мне кажется, вратарским можно было потащить, на самом деле. Но заступлю за Тиму, он, наверное, уже заебался немножко. Его решили... Что? Это было снято! Я не знаю, это совершенно другой вид спорта. Такое ощущение, как будто мы в водное поло пришли играть, да? А Егор что-нибудь вам... Вот это секс! У Сибскана был этот... Нифига себе! Прям на песке. И не глядя, он даже на ворот не смотрел. Обработал. На! Блин, очень похоже. Лейпциг забил Зениту второй. Да. Видел, да, как, да, который, да, залетел дугой? Да. Вау, Сибыч. Нихуя, ничего! Чё? Финт неэффективный на самом деле, реально. Ты обвёл таща и забил гол. Максимальная эффективность. Я считаю, что здесь 5 баллов. Я догоняю Джеффа! Е-бой! Я взял тактику Денчика. Надо бить вверх, он потом камнем реально падает. Айваза! Ну такой себе, да, но понравилось, что он именно... перепрыгнул кипера вовремя. Вы сейчас сделали дисс на меня за 5 минут. 5 минут. Да, 5 минут. Давай, а бит какой? Бит Афротрэп, так как альбом Афротрэп. Красава такой причесон, будто бы он только покинул салон. Красава красивый весьма, непонятно, это он или она, а? Красава у каждого брал, но я про интервью, и было на ура. Жена жалуется, что у него падает, стоп. О чем это я? Я от челки на лоб. Красава, он любит да всех, но в этом его тоже поджидает успех. О тебе хорошего можно много рассказать. За эти деяния дай 5. А нет, лучше 4! 4! 4! 4! 4! Ха, ладно, эти баты, черт, что это рубик. За все твои успехи дай просто пару рук. А ты все. Красава, как они тебя с пятью не поймут? Всем уход 4 пальца посвящается.